Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я и Макс в эфире. Как, Макс, жизнь у тебя? Хорошо. Все ждали девок, а получили мы большой рот. Так, где секс? Ну вот, вот, смотрите, чем не секс. Смотрите, какой мужик. Че? Нахуя ты мужика поставил? Я там секс сделал. Приветствую тебя, лучший зритель галактики. Надеюсь, у тебя сегодня все хорошо. А если нет, то думаю, тебе поможет этот видос, который насыщен дружбой и добротой. Не забывай помогать каналу лайком и комментом. Ну а если ты избранный, то и репостом ВКонтакте. Приятного просмотра. Вот я беременна давно. Ого, как блин. Тебе? Она ж недавно в тюрьме сидела. Ля, она реально беременная. Да, это прикладка. Всем привет, я Эльвиз. Да? Не, смотри, у нее лицо явно умирающего человека. Фейсап, может быть. Фейспус. Или пельмешки. Ой, пельмешки. Пельмешки. Помидоры, арбузы. Нет, ты типа знаешь, лакоста там. А, лакоста. И как вы уже поняли по названию этого ролика... Блин, хочу, чтобы я когда-нибудь сидел беременный в видео и говорил, пиздец, ребят. Какого хуя, ребят? У нее такое лицо, типа, презик порвался. Блять, да она пиздополка. Ебать, у тебя ебало под это видео, смешное, пиздец. Она пиздополка. Да не, не пиздит. А вдруг это... Что это такое, живот? Еще чуть-чуть и вылезет пупок. Если бы я, у меня был бы человек внутри моего организма, я бы думал, когда это закончится. Как хера, можешь взболтать и высосать. Говорят, женщина, когда она рожает, это самая ультра вообще мега боль из всех болей, которые есть. Ну, да, они просто выебываются. Да, это с феминистки. Да, да. Чего там не больно под было? А голову, как лысый мужик, запихивалось. Да, в резиновую вагину пиздежную. Да нет, настоящую. Давай посмотрим, блядь. Не будет вам жалко. Только много всего произошло, и каждый раз, когда мы ходили на... Не двигайся. Сорян, Макс. Не, я вот про вот голову. Для вас, но для меня тоже. Для меня все равно, как большой видеоальбом. Ретро. О, ретро я помню. Да? Спасибо за сотку. Добрый вечер. Спасибо за сотку. Что ты так сказал? Нет? Нет, мне казалось, ты говоришь. Так выговорил плохо. Спасибо за сотку. Спасибо за сотку. Артём, ты гидроцефал, кстати. Ну, спасибо. Не знаю, я такой. Я набрала... почти 4 килограмма. Ну так конечно, объеме, блядь, тебе 4 килограмма может... человека. Ребенок весит. Он может ей сказать, я входил, был в тебе, мамка. Да, может. Вопрос, кто сдает? Дудь. Снейк сегодня будет дуть и задавать мне вопросы. Снейк будет дуть и задавать мне вопросы. Я сказал, что если вы наберете... Я сам допью. Допей. Налью. Ты слишком много льешь, мне было противно. Я сопью у тебя. Не противно. Как это называется там, когда... Противный, там что-то... Выйди нахуй из квартиры. Да, что-то типа такого. Я помню этот день, когда появился интернет в те времена. Я захожу такой, у меня интернет включили, я вот так на комп смотрю такой. Такой, ничего. Сижу такой, волгодонск.ру. Такой сижу, на форум зашел и сидел. Я 2 недели на форуме. Я помню, мы с Максом порнуху скачивали. Часа 3 ждем, секунд 15 скачали. Такие, ага, такие посмотрели. Как мы с тобой это, помнишь? А там она, знаешь, просто сидит такая. Ага, да, еще вот эта вся эта хуйня. Ну, то есть до самого процесса-то еще там, блядь, минут до хуя. Да, а мы за несколько часов, секунд 15 скачали. Да. Ну, мы смотрели по чуть-чуть. Ну, да, и заебались потом. Да. Артем, так времена какие были? Еще канализации не изобрели. Древние вы в речке купались, одежду выли. Да, так и было. Меня зовут Барри Аллен. Где восход солнца на южном полушарии? Это пиздец вопрос. Вот смотри, ты стоишь на южном полушарии. Это где вообще, хуй знает, там ничего нету. С нахуй у тебя компас? Южное полушарие ищу. Да нахуя, Макс? Типа ты сориентируешься, где вон солнце? Да. А это что такое? Юг. Так ты сейчас на южном полушарии? А я ебу. Австралия? Так она сгорела же. А еще это не полушарие стало, что ли? Ну там теперь стоять негде, там пожар. Блять, там коалы сгорели, жалко, сука. И хуй с ними. Да ебать, они няшки, охуеть. Съем, блять, их дотрусь. Ну, скорее всего, тебя съедят языки пламени. Да че? Тоже такой дурак, че за хуйня? На востоке или назад? Все правильно. Мне нравится, вчера посты читал, там чуваки пишут, я на приоре 200 еду. Ha ha ha.
Там чел писал, что с моей машиной? Все в ней рабочее, но 200 не выжимает. И они там, а я летаю под 200, фотки на медометр выкладываю. Кого ты смотришь там? Да просто в новостной ленте. Я так, кто-то из вас на этот пост делал? В морской раковине, слышно море. Слышно море, в морской раковине. Ну там... Ну я не думаю, что это звук моря. Ну это звук... Вспомнил, как с друзьями бегали по льду очень тонкими. Мне говорят, слабо медленно пройтись. Я же не лох, прошел и провалился. Вылез на берег и повесил сушить одежду на турник. Повесился. Твистер сал на ковер когда-нибудь дома по приколу? Я так делал. Я тоже. А ты почему так делал? Да просто по приколу. Просто встал и насал на ковер? А я-то увидел крышку эту на толчок. Пластиковую на полу просто лежала. Я ее открыл и насал туда на ковер. Давай чокнемся. Давай еще раз. Давай еще раз. Да не надо сильно бить. Еще раз. Не отстань, ты разобьешь, блядь, она провалится все. Лучше чокнись. Не бей тут. Мафри, спасибо большое. Здорово всем. Тём, смотрю тебя с обзора на Neverwinter. Как я Стивен сказал. Да, да. Представляю, да. Как в рекламе Neverwinter ты такой... И там показывает игру. Масса воды на Земле больше масса воды суши. На нашей планете, да, тяжелее массы суши. Конечно, блядь. А вдруг нет. Это правильный ответ. А, масса, блядь, масса. А как они взвесили всю воду и в сушу? А кто узнает, блядь, что в земле внутри ядро? Они же не видели. А вдруг там не ядро? Да, вдруг там вода. Или там киндер-сюрприз. Вдруг огромный киндер-сюрприз. Пингвины с подносами, блядь, коллекция. Из 90-х. А, да, и вроде у тебя была коллекция. У него прям вообще их было, блядь. Как называется наша галактика? Россия! Блядь, какой смышлёк! Теперь вопрос от меня. Как расшифровывается маркировка металла 12-18? Понятно, блядь, говноед завода. Говноед завода припёрся сюда и начал вопросы свои задавать, ебаные. Которые он знает, да, а все да, нет. Да, да, ПТУшник, блядский. Учу маму сленгу. Всем привет, всех наступившими праздниками. Хватит щелкать ручкой, мама. Пусть в вашей жизни будущее... Да хватит щелкать ручкой, мама. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ой, господи. Иисусе, какая долгая хуйня, вот этот кенгуру. Бля, это Аня объяснял. Это вообще... Она, знаешь, как у них надо играть? Кенгуру, но начинать с ножниц. Что? А потом еще раз кенгуру, и вот там уже что хочешь. Москвич приедет в Ростов, и он скажет кенгуру, а он ножницы свои баны поставит, ему камень скажет. Да, и да, он скажет, иди нахуй, все. Да. И еще и поебал он дадут, ебать, будет выебываться, блядь. Вчера в хату, господа, давайте последний видос о Зазина. Нет, спасибо. Вчера в хату. Че? Чёлы, в хату? Да ты говоришь, вчера в хату, ты говоришь? Я представляю, он звонит, ты такой, вчера в хату, петухи. Так, какой-то умник опять пришёл. Так, спасибо большое, ребят, надеюсь, никого не увидел. Да, надеюсь, я никого не увидел, блядь. По-любому паленку продают в этом ебучем красном-белом, блядь. Начну с простого, лажа. Лажа, что такое лажа, Артем? Ну, типа, это когда, ну, лажа случилась. Ну, типа... Другими словами, ну, типа... Косячок. Насал мимо толчка, такой, бля, лажа вышла. Лажа, да. Это лажа. Валик. Ну это чисто у нас так, когда, блядь, этот, ракету с пакетом бутылки за мусорный этот провод прячут. Вот так они с таким сленгом эти люди общаются. Валик тебе заскочить мусоропровод. Да. Пусть вокруг меня взрыв. Но я варик. Я варик, они говорят. Ну типа... Хорошо, ладно. Ладно, промолчи. Шнурки в стакане. Ой, это что-то как чайный пакетик, наверное, у афроамериканцев. Ну, да, в рот яйца, когда ложат. А шнурки это когда не вставший член ложат. Макс, почему ты так похож на Пашу Техника? Да не, не похож. О, ля, что, продавец. Мы где-то камеру покупали или что-то, и он ее тестировал, а Аня решила на канал залить.
Давайте посмотрим, как Макс летит и орёт здесь тоже. Короче, Макс и я сыкуны в квадрате, да не, когда речь заходит о тракционе. Я не сыковал, мне вообще по хуям. Мы там с тобой, брат, я тебя люблю, брат. Да не, мы говорили, что делать, пойдем завтра. Резко, да, тема перекрыта. За гаражи, пойдем завтра нюхать клей. Артём, что с тобой? Я на всех аттракционах такой, даже на хуёвых. Космонавты не возьмут! Ну, космонавты не возьмут. Мы уже посуду! Да, ты его поймай. Свисти, сука, слой. Ебать, я сижу как надзиратель. Дай-ка мне пряник. Ты говоришь пряник, я думал дрянь. Дай мне эту дрянь. Когда я говорю, текут слюни. Вот, 2000 лайков, спасибо, ребят. Когда я говорю, текут слюни. Итальянское блюдо. Ну да, это вот мое блюдо. Это как я набрал 20 килограмм, блядь. Итальянское блюдо. Вот у меня еще афро-прическа какая-то. Надуван. Ну, у тебя, видишь, рэп. Дейнерис бурерожденная. Неудобно так, сука, лучше надо вот так. Палку взяли. Да вот так, да. Вот так, берешь вот так. Да вы, блядь, учились, чё ты это? Чё смеётесь, блядь? Воняет говном. Каждый раз, когда мы идём тут. Да, говном. 20 с хуем лет мы идём, когда по этому району мы говорим, воняет говном. Да. Блять, заскринь. Сказал на В8, а на В8... Такой типа дерево пригнулся, такой идешь, такой... Смотри, вау, такой ебать. О, контент пошел, контент, разрушение. На, нахуй. На, блять, нахуй. На, сука, я чувствую себя там. Посмотри на свое лицо, такой крутой всегда, ебать. Как тебя зовут? У меня нет имени. У меня есть лишь цель. Прекрасно. И в чем же заключается твоя цель? Вместе. А я такой, ну, Макс, у нас помог. Да, сделай как... Блядь, CG, нахуй. Да, блядь. Мешаю с подкастом, в подкасте, короче, я говорю, вот ролики, типа, на том, как... Давай, блядь. Че это, блядь, за хуйня, а? Сука, такая, блядь, чё? Хуля у меня волосня, блядь, плавает в стакане, блядь. Да и высосу губкой. Не высасывай. Это шерсть собачка. Там это пришло. Какой-то, блядь, головастик, нахуй. Он скользкий. Кого? Липкий, давай я поймаю, блядь, его. Нет, ты не пей, не пей. Смешное, Аня. Ой, то есть не убивали. Смешное, Аня. Бить в яйца, и это больнее, чем рожать. Бля, мне в яйца, по-моему, один раз за всю жизнь били. Как, больно было? Ну, как будто съел снизу. Что? Научился глотать между ног, вот так. Охуенно звучит. А тут есть какие-нибудь? Ну вот нормально. Ну тут видишь одно лицо только. Спасибо. Ебать ты, серьезный мужик. Чисто Саус Парк. Вы родили меня. За Альянс! Жарко! Жрать и крать. Пончики ебаные, балвали. Да хорошо, сидим так. Удобно вроде. Да, тебе удобно? Мне, а тебе нет? Нет. Ну давай я заберу твою поясницу. Не, вот так вот. Как, вот ниже, так? Ниже, да нет. Вот, блять, вот так? Ой, да, прям вот ниже? Да, ну, да, вот ну ладно, ниже вот, так. Вот тут аж? Ну ладно, все так. Ну как ты не удерживаешь? Ну давай, вот так, нормально? Ты стесняешься. Не стесняюсь, давай. Да ладно уже, сыпай. Положись. Спасибо за просмотр, это было реально круто. Кстати, в описании есть ссылка на бота. 2 нажатия, тебе в личку ВКонтакте будут приходить оповещения о роликах или стримах, смотря что выберешь. Еще раз спасибо, до встречи!